Хочешь получить один из этих подарков на Новый год? Тогда ты сейчас должен обязательно успеть за 3 секунды поставить лайк и подписаться на канал. Раз. Давайте быстрее, быстрее, братишки и сестренки. Два. Еще скорее ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Три. Красавчики, кто успел. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, кому так, подарочки? В смысле? Кому подарочки? Какие подарочки? О, здравствуйте, здравствуйте. Это кто там подарки продает? Ребята, всем привет, Василий, кажется. Здравствуйте, Василий. Кажется, вам уже чего? Новый год. Где пойдемте. Там? О, это бабка, что ли, там была? Это чья машина? Пойдемте, пойдемте. Так, так, сейчас. Так, вот это сейчас я не понял. Так, кому еще давайте, давайте, давайте. Бабка. В очередь встаем, встаем. Бабка. Чего? Ты что делаешь? Я вам вот сюда вот выложу. Бабка, это ты что? Это купили за 2 алмазика. Жители! В смысле, что делаю? Подарки продаю новогодние! Так, надо-ка узнать. Василий, Василий, здорово! Чего? Ты что, подарки у бабки Грэнни покупаешь? Да, она продает по одному алмазу. Да это ж Грэнни, у нее же все какая-нибудь подстава вечно. Ну я не знаю, вот она нормально все продала. Да? А что тебе что ты продала? А что ты продала? Ну ты посмотри, посмотри сам. Ладно, сейчас пойду домой посмотрю. Хорошо. Так надо посмотреть, надо посмотреть, что там. Кто там, будет бабка? Брать подарочки? Так. Кто будет брать подарочки, так ну-ка, сказать? Ну-ка, так у этого берешь дерева. Берешь или не берешь, берешь или не так, берешь? Так, у этого что стоит? У этого что стоит? О, ну да, кстати, шары. Берешь или не берешь? Попробовать что ли? О, елочки бабка, взял, бабка, хорошо. Я хочу. Так, елочки продала. Я хочу, все, я хочу. Нет, все, я вот хочу, бабка. Все. А у тебя точно все нормально? Ну так иди посмотри, господи, что ты несешь мне... вообще? Ну а ты мне нормальный? Красота-то какая, бабка, я тоже хочу, бабка, я бабка. Я тоже хочу, алмаз показывай. А мне алмаз показали, а ты показывай. А у меня не алмаз, у меня деньги. Ну-ка, ну-ка, покажи-ка. Вот, я смотри. Я и долларами беру, и евро беру, я всем беру. А, видишь? О, нормально, нормально. Так, и что мы будем? Давай, где твой домик? Ну, мой домик вот там, пойдем. Пойдем, пойдем. Страшно как-то у нее брать на самом-то деле, вдруг обманет. Так. Так. Вот тут. Вот ты там, что ты там борчишь, я не вот поняла. Вот тут я. Ну ты где, бабка? Да подожди, иду. Я ж старенькая, не могу подняться. Ну давай, бабушка, иди быстрее. Оп, уже хочется увидеть оп, подарки свои. Оп, давай. А сколько стоит? А самый дорогой, сколько подарок стоит? Да 5 алмазов всего, я тебе говорю. Раз, ну держи 5 алмазов. Так, подожди. У тебя... Так, мне надо тебе создать, так сказать, обстановку. Сундук? Я могу тебе сундук поставить, хочешь? Давай, ставь. Вот поставил сундук. Ты что, совсем что ли? Нет, ты что, совсем что ли, я тебе говорю? А что, хороший сундук, что? Да подожди, это я тебе... Да никакой не хороший, так, господи. А где у бабушки красивые сундуки? Где у бабушки даже красивые сундуки есть, да в смысле? Да в смысле? У бабушки все есть, у бабушки вообще все ребята, есть. Бабушка к Новому году кажется, почти готова. Её. Надо держать руку востро. Только вот бабушка потеряла свои красивые сундуки. Ну тебе так, что, поставить красивый сундук? Да конечно, но это же новогоднее настроение. Ну держи, быть, такой... Господи. О, отлично. Так, давай сначала деньги, потом подарки. Так я тебе уже скинул. Это 5, один подарок, что ли, будешь брать? А сколько тебе надо? Ой, ну напиши. Хорошо, бабка, давай на стак, ладно, вот стак ты тебе денег, держи. Вот же, ну вот, это уже другой разговор. Хватит? Вот, это бабушка уже порадовалась. Итак, на стак тебе ребята, денег. Держи вот это. Кажется, это вот обман. Эту, скажешь, когда вот открывать, это, я просто это, хочу вот прям это. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все, пожалуйста, на стак. Открывать? Тебе вот, конечно. Ребята, сейчас, мне кажется, там ловушка будет. Дай-ка я подальше отойду, а то вдруг там ловушка. Товар, так сказать, смотри быстрее. А вдруг там ловушка? Так, я пошла дальше продавать, ничего раз не смотришь. Пойду продавать. Это что, все мне? Так, подарочки продаю. Бабка, ребята, это же настоящие. Ты ж ешь, ты ж. Чего такое, бабушка? Все, подарки закончились. В смысле закончились? Бабка, бабка, стой. Бабка, это настоящие санки. Да в смысле, конечно, настоящий, я тебе говорю, так к Новому году все готовим. Это олени, снега, бабка, да... Бабка, можно мне тоже подарочек? Да можно, но надо мне домой съездить, у меня нет подарочки, все раскупили. Стой, бабка, давай я тебе помогу. Мне можно, и тебе можно. Так, эй, маленький хулиган, пошли. Бабка, стой. А что это такое за динамит такой? Это страшный динамит? Да какой страшный, это снежный барс, так сказать. Ого! Жители, жители! Снежный барс. Давайте деревню всю снегом закидаем уже. О, давайте, скоро Новый год. Давайте, бабка, а ты поможешь? Да какой поможешь ты? Я поехала за подарками. Бабка, подожди, давай сначала Новый год, а потом подарки. Нет, сначала подарки, потом Новый год. Потому что все хотят купить. Ну привези, всё. Бабка, привези, пожалуйста. Все, бабка, минуты, я иду, бабка. Ой, какой она. Ребят, давайте посмотрим. Какой она. Мне кажется, просто дома у нее какой-то обман будет. Так, раз, два, три, я поехала. Все, надо ехать. Ой-ой-ой-ой, смотрите, ребята. Считаю до 3. Все, бабка, прыгаю в машину, давай я тебя отвезу. Да, ты прыгнул?
Давай я тебя отвезу сам. Я сама поеду. А все, ну, я, ехали. Давай ты. Нет, давай. Давай, ты. Ладно. С ветерком давай, прокачу. Давай. А то у бабушки это, что-то голова закрылась. Села. Села, поехали. Поехали. Ой, в дерево въехали. Бабка, ой, ой. Давай быстрее, бабушка, я тоже хочу подарки. Все, бабка, да сейчас разогаю. Привезем, господи, еду, да еду. Что вы такие нетерпеливые? Бабка, у тебя дома много подарков? А много подарков я закупила. Давай бизнес сделаем. Так я сейчас бизнес на тебе сделаю, понятно? Все, ладно, понял. На тебе я сейчас бизнес партнеры сделаю. Партнеры тебе не нужны, понял, хорошо. Так давай уже к главному входу, Вот, еду. Бабка, мне еще елку захвати. У бабки мне тоже елки нет. Господи, да какие вам елки? Ну иди вон, руби и пошли. Все, пошли. Так, ой, господи. А где у тебя елки? Елки, елки зеленые. Елки, палки, зеленые моталки. Ой, я себе вот эту возьму. Выбирай, все хорошо. Выбрал. Подарочки сложу, денежки уберу. Снеговики, ребята, это же настоящий Новый год. Давай, помогай мне, так сказать. Бабка, собирай. Сейчас побольше наберем, давай. Снеговики, снеговиков надо? Ну, естественно, ну что ты такие глупые вопросы задаешь все время? Давай олени соберем немножко. Это сюда, это сладости всем это сделаем. Так, снеговиков возьмем. Так, а маленьких елочек тоже. Все, не собирай. Я понемножку. Потому что у меня еще есть другая деревенька, понятно? Еще другая деревенька. Да я понемножку, я бабушка. Я туда еще не ходила, понимаешь? Так. Поэтому ты давай там это, так сказать, в рамках разумного делай. Бабушка, а знаешь, что я придумал? Так, а давай на Новый год соберем все деревни в одном месте праздновать. Ой, что ты такое городишь-то, а? А чё? Чё-то не поняла. Я не знаю. Но мне кажется, это плохая затея. А потому что те жители с этими жителями не дружат. Я не знаю. Все, поехали. Ты все взяла? Поехали. Давай, скорее, мне денежки нужны. Хорошо, идем. Денежатки нужны, бабульки, денежаточки. Я за руль. Конечно, за руль. Все, поехали, отвезу тебя, старая. Давай. Я уже уселась, маленький хулиган. Поехали. Меня с ветерком. Поехали. Давай уже. Поворот. О. О, давай. Самое главное не разбиться с подарками-то. Так, едем, все. Давай. Сейчас еще снежную деревню сделаем. А. Слушай, что, надо туда. Дорогу нам проложить нормально. Вот это разве езда? Давай уже в новом году, а то сейчас уже всех праздники там. Ну давай. Ну это потому что вот это вот, знаешь, это что? Это вообще-то не ну, езда. Ну да. Это называется по колдобинам. Ты все едешь. Так, едешь, ну-ка. Едешь, бабка, едешь, у кого там ремонт? Бабка, можно мне? Так, все, давай, тебе. Ты приготовил мне алмазы? Давай, приготовил? Да. Ой, ты молодец. Какой тебе подарок? Выбирай. Ребята, смотрите. Такой? Бабка, у тебя есть большая елка на всю деревню? Оленя надо. У меня елка-то не знаю даже. Надо подумать. Прям большая, на всю деревню, чтоб на главный. Тебе оленя, хорошо тебе оленя. А тебе что? Так. Тихо еще. Ничего вот себе. Это мы давай сейчас два алмаза, давай. Все, давай. А, бабка, держи два алмаза. Так, бабка, что с елкой-то? Короче, ну елку-то можно вырастить вот такую вот, как у вас тут это рядышком растут. Не, и наряженную надо. Наряженную? Вот такую сейчас. Вот, только большую, бабка, смотри, я поставил, вот такую. О, ну сейчас, подожди, сейчас я посмотрю в своих закромах. Ну давай, в закромах, посмотри, я тебе даже заплачу, наверное. В смысле, я бесплатно вам ничего ставить не буду, сразу говорю. Ну мы сами поставим, ты нам только дай. Все, ну-ка смотри. Да где? О, такая судья. Ого, а еще больше есть. Это что, совсем что ли? Все, платите деньги, потом вам елка будет. Мужики, скидываемся на елку. Давай, наконец-то нас праздник. Все, давайте, кидайте в чемодан, я потом заберу, да. А сейчас свои куда отдам. Куда вам эту елку-то по... А, хулиган. А? Хулиган, на, держи. Бабка, сколько денег-то надо? Забирай. Ну как, так 3 алмаза всего елка-то стоит. Господи. А, я тебе целых 100 хотел, ну хорошо. Они у меня вон это... Держи. Растут, так сказать. О, держи, 3 алмаза. Ну, 3 денег. Спасибо, да нормально. Так, а тебе чего? А мне есть игрушечки? Да есть, конечно, сейчас я тебе все дам. Так, пошли. Папка, смотри. Да подожди, тихо, дай мне подарок продать. Так, ладно. О, давай, расчищай. Сейчас мы здесь, везде, сейчас все вот так, отлично. Сейчас мы тебе тут подарочков-то оставим. Так, тебе вот шо, это тебе секрет бабки Грэнни, ребята, представляете? Кто мог подумать, бабка Грэнни, правда? Вроде как... Нет никакого тут троллинга, вроде как все хорошо. Три штучки. О. Вот, держи и. Еще и у оленя, но за олень-то надо доплачивать. Так. Ага, 2 алмазика держи. Хорошечно. Ну все, давайте. Бабка, пока. А тебе снега накидать? Ой, нет, мне снега не надо. Накидать. Поздно. Мне снега не надо. В смысле поздно? Ну я тебе тут накидал. В смысле поздно? Я сейчас твой дом
Знаешь, что с ним сделаю? Бабка, ну не надо, ну я же думал, что ты тоже хочешь. Не надо мне еще, я еще не начинаю украшать. Мне еще рано. Ладно, ладно, бабка, смотри, красиво. Все, короче. Давай, оставайся, я поехала, забираю свою тачечку и поехала в другую деревеньку. Все. Ну хорошо, тебе помочь? Нет? Не надо мне помогать, господи. Ну все, мужики, давайте елку это украшать. Давайте идите украшайте елку, палку, моталку. Ну ты заходи, я тебе покажу, как хорошечно, у нас тут будет празднование. Хорошечно, все, отправляемся в деревеньку, так сказать, в другую. Бабка, смотри, тебе нравится? Поехали. О, красотища, так сказать, красотища, ляпотища, все. Бабушке некогда, бабушка поехала. Бабка, мне кажется, тебе надо побольше снежка тебе. Ну-ка. Так, все тихо, я сказала, мне некогда, я уехала. Все, пока. Давай, давай, пока. Так, ребята, и туда еще снежку накидаем, туда накидаем. Так, ну все, пускай она едет, а мы сейчас тут будем заниматься делами, украшать нашу деревню. Вот так вот у нас рано наступил Новый год, но, по-моему, это даже и к лучшему. Успеем хорошо к нему подготовиться. Все, ребята, я погнал, а вы сейчас обязательно нажимайте на видео, которое видите на своих экранах, и подписывайтесь на канал. Всем пока!